В Павлодарской области мерами занятости охвачены почти 1500 жителей сел. 160 из них прошли обучение основам ведения бизнеса. 100 начинающих предпринимателей уже получили государственные гранты и организовали собственное дело. Житель села Кимингир Михаил Птахов в прошлом году за счет безвозмездной помощи купил доильный аппарат. Надои молока сразу прибавились. Дальше уже больше. Хочет увеличить поголовье в своем небольшом дойном стаде. Решил как для себя воспользоваться государственной программой, закупить молочных коров и заниматься наращиванием своего производства собственного. Чтобы наращивать объемы производимой продукции, и в основном выходить на поставки на город и в перспективе вообще развиваться дальше. За домашним скотом Михаил ухаживает с детства. К нелегкому сельскому труду приучили родители. В доме всегда водилась самая разная живность. В детстве молодой предприниматель разводил кроликов. Уже тогда мечтал начать собственное дело. Теперь в планах открыть крестьянское хозяйство. Его односельчанин Константин Верясов тоже довольно амбициозный молодой человек. Занимается закупом скота, который потом сдает на мясо. Дело свое знает, а потому, узнав про господдержку, не медлил. Оформил все документы и сдал заявку на получение гранта в размере 505 тысяч тенге. Купил бычков, поставил на откорм. Мне нравится эта программа, то что государство поддерживает молодых предпринимателей, дает как бы дорогу молодым. Я на будущий год хочу взять кредит уже. 3 миллиона, и у меня как бы в планах, я хочу завести племенной скот с Канады, породы ангус. Хочу взять земли и разводить, заниматься племенным скотом. В селе Кимингир много таких примеров. Местные жители не упускают возможности начать свое дело за счет государства. В текущем году, получается, 32 человека обучились. Из них 26 человек по бизнес-бастал и 9 человек по жаско-сапкеру. Взяли 9 из них человек 200 МРП на открытие малого бизнеса для закупа оборудования, для начала нового бизнес-идеи. Еще 14 участников госпрограмм готовят свои проекты на следующий год. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Мельницкий из Павлодарской области, Хабар 24.